Мы, как мужчины, должны своему отечеству. Я ж кажу. А не государство нам должно. Ні, ми це розуміємо. Был трудный момент, мы встали на защиту отечества. Родину защищать – это превыше любой профессии, превыше любого желания. Где надо все в сторону отставлять и защищать родину. Я, например, так считаю и воспитаю своего сына. Вот так. Так вот, я к чему говорю. И государственные институции должны использовать вот этот подъем для воспитания нашего общества, нашей молодежи.